попались на обходе санкций. Минюст США предъявил обвинение 5 россиянам и 2 американцам в попытке закупки военных технологий и товаров вопреки антироссийским санкциям. Почти согласовали. По данным СМИ, в администрации США готовы отправить Украине системы ПВО «Патриот». Дело только за главой Пентагона и президентом Байденом. А также и их осталось трое. Накануне сборная Аргентины первой пробилась в финал чемпионата мира по футболу. Второй финалист определится сегодня в матче Франции против Марокко. Добрый вечер из Вашингтонской студии «Голоса Америки». Вас приветствую я, Роман Мамонов. В ближайший час я и мои коллеги подведем информационные итоги среды, 14 декабря, какими они видятся из Соединенных Штатов. В Нью-Йорке предъявлено обвинение 5 гражданам России, помогавшим им 2 гражданам США. Речь идет о попытке обхода американских санкций и ограничений на поставки в России боеприпасов, технологий и товаров двойного назначения. Все подробности рассчитываем узнать в прямом эфире у нашего корреспондента Михаила Гудкина. Михаил. Добрый день, Роман. Согласно обвинительным документам, 5 россиянам и 2 американцам предъявлено обвинение в отмывании денег и закупке технологий военного и двойного назначения для оборонного сектора России. В заключении федерального прокурора говорится, что граждане России вступили в сговор для контрабанды боеприпасов, в частности для снайперских винтовок, в нарушении новых санкций США, которые были введены после начала вооруженной агрессии России против Украины. И, как уже было сказано, обвинение предъявлено 5 россиянам, предположительно живущим в Москве и в Санкт-Петербурге, и 2 американским гражданам, которые, судя по их именам, имеют российские корни. Это 41-летний Вадим Ермоленко из штата Нью-Джерси и 35-летний житель Нью-Гэмпшира Алексей Брейман. По версии следствия, обвиняемые были связаны с 2 московскими компаниями, которые получали заказы от оборонного сектора Российской Федерации. Надо отметить, что эти компании, а также один из обвиняемых, Евгений Гринин, уже находится под санкциями, которые были введены в этом году. И по версии следствия, эти организации, находящиеся в Москве, в Петербурге, закупают передовую электронику и сложное испытательное оборудование для российского военно-промышленного комплекса и сектора исследований и разработок. Среди обвиняемых также, предположительно, офицер ФСБ, его зовут Вадим Конощенок. К обвинительному заключению приложена фотография этого обвиняемого в офицерской форме. Его 2 задерживали на российско-эстонской границе. Причем последний раз он был задержан в ноябре этого года. И он пытался провести в Российскую Федерацию 20 ящиков, содержавших боевые пули, патроны американского производства. Все эти товары закупались и оплачивались в США. Еще одним обвиняемым, которого зовут Борис Лившиц. Он сейчас предположительно находится в России, но, как утверждается в обвинительном заключении, раньше он жил в Бруклине. И вот этот обвиняемый, Борис Лившиц, предположительно открыл и контролировал целый ряд подставных компаний здесь, в Соединенных Штатах, и через эти компании оплачивалась покупка всех этих запрещенных товаров, в частности, через банки, находящиеся в Нью-Йорке. Лившиц часто использовал псевдоним Дэвид Ветски, когда общался с американскими компаниями, и под этим именем он делал ложные заявления о том, как будут использованы товары и кто является их конечным пользователем. Помогали Лившицу в общении с американскими компаниями в обходе санкций 2 упомянутых американских гражданина, Алексей Брейман и Вадим Ермоленко. Сообщается, что Брейман накануне сдался ФБР в штате Нью-Гэмпшир, а Ермоленко был арестован в штате Нью-Джерси. Конощенок, офицер ФСБ, был задержан в Эстонии по требованию Соединенных Штатов и сейчас ожидает экстрадиции. И согласно обвинительному заключению, обвиняемые
приобрели и экспортировали высокочувствительные, строго регулируемые электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других приложений. Генеральный прокурор США Мерик Гарланд заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь пресекать подобные схемы. Давайте послушаем, что он сказал. Министерство юстиции и наши международные партнеры не потерпят преступных схем, направленных на поддержку военных действий российских сил. Поскольку трое обвиняемых сейчас находятся под стражей, мы разрушили сеть закупок, предположительно использовавшуюся обвиняемыми и российскими спецслужбами для контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок и чувствительных электронных компонентов в Россию. По словам Мерика Гарланда, Соединенные Штаты будут и впредь энергично применять санкционные меры, меры экспортного контроля против тех, кто позволяет России продолжать несправедливую войну в Украине. Это цитата. И в то же время надо отметить, что четверо обвиняемых, предположительно находящихся в России, остаются на свободе. В случае, если они будут признаны виновными, так же, как и те, кто уже был задержан здесь, в США, им грозит до 30 лет тюремного заключения. Роман. Михаил, благодарю. Михаил Гудкин, собственный корреспондент «Голоса Америки» в Нью-Йорке, о предъявленных обвинениях пятерым гражданам России и двум американцам в попытке обхода американских санкций по поставках технологий двойного назначения в Россию. США могут в ближайшее время объявить о решении предоставить Украине батареи систем ПВО «Патриот». Об этом со ссылкой на источники сообщили сразу несколько крупных американских СМИ. Собственно, зачем сейчас стоит, что называется, что сейчас мешает финальному одобрению этой поставки? Вопрос адресую нашему корреспонденту в Белом доме Михаилу Комодовскому. Миш, приветствуем. Роман, для того, чтобы это свершилось, нужно получить одобрение Министерства обороны США в лице Ллойда Остина и получить подпись фактически президента Джо Байдена. Высокопоставленный представитель Пентагона подтвердил «Голосу Америки», заявил нам, что официальное объявление о передаче Украине ЗРК «Патриот» будет возможно уже на этой неделе. Из заявления представителя Пентагона неясно, какое количество систем будет передано Украине. Так что будем ждать официального подтверждения. Действительно, из того, что из тех слов, которые мы могли слышать, и, Рома, позволь мне, я процитирую на английском, было сказано о том, что «The Pentagon is getting ready to send a Patriot Missile Battery», то есть одну из этого текста мы видим батарею системы Patriot. Но опять же, окончательные цифры мы будем ждать уже после официального объявления. Украина действительно давно просит западных партнеров предоставить ей современные средства ПВО для защиты критической инфраструктуры от российских ударов. Ранее Пентагон сообщал, что Patriot — одна из систем ПВО, которые союзники по НАТО могут предоставить Киеву для защиты от атак российских ракет и авиации. США уже одобрили отправку Украине 8 ЗРК NASAMS, два из которых уже прибыли в Украину, остальные будут поставлены в кратчайшие сроки. Кроме того, США поставили Украине более 1400 ПЗРК «Стингер», а также современные радары. В то же время Вашингтон отправляет Украине и энергетическое оборудование, Рома. Энергетическое оборудование американского производства, чтобы помочь энергосистеме страны восстановиться от российских атак. При этом США также ищут источники таких поставок по всему миру. Об этом сообщили источники в администрации Джо Байдена. На этой неделе администрация отправила в Киев первую партию энергетического оборудования, как мы уже говорили ранее, стоимостью в $53 миллиона, о которой было объявлено еще в ноябре. Россия, начиная с октября, осуществляет масштабные удары по энергетической и отопительной инфраструктуре страны, что, по мнению Киева и по мнению союзников, является преднамеренной атакой, направленной на причинение вреда гражданскому населению. Вашингтон и западные союзники предоставили Украине финансирование и оборудование, чтобы повысить энергетическую устойчивость. И Украина предоставила Вашингтону постоянно меняющийся список потребностей. Об этом говорят в администрации и в Министерстве энергетики. И этот список включает в себя поддержание функционирования систем канализации, водоснабжения во время отключений, необходимых для стабилизации разрушенной инфраструктуры страны. В координации закупок и поставок оборудования, здесь важно отметить, участвуют несколько ведомств. Здесь и Госдепартамент, и Министерство энергетики, и обороны, а также Агентство США по международному развитию. Ну и, естественно, в это все вовлечен и Белый дом, который находится на постоянной связи с правительством Украины.
И что касается повестки внутренней, Рома, то президент Байден, как мы уже рассказывали вчера, ну, это случилось уже после эфира, подписал закон об уважении брака на торжественном мероприятии в Белом доме. Там американская певица Синди Лопер исполнила свой действительно легендарный хит «Настоящие цвета», «The True Colors». Также перед собравшимися выступил британский певец Сэм Смит. И на южной лужайке Белого дома присутствовали более 5000 гостей. Действительно большое количество, учитывая, насколько небольшой является южная лужайка Белого дома. Новый закон предусматривает признание на федеральном уровне однополых и межрасовых браков. Собравшиеся встретили подписание закона бурными аплодисментами. Я предлагаю послушать и то, в частности, как это прокомментировал президент Байден. Одно дело, когда Верховный суд выносит решение по делу, и совсем другое, если избранные представители народа проголосуют в Конгрессе Соединенных Штатов и громко и ясно заявляют: «Любовь есть любовь, право есть право, справедливость есть справедливость». Это фундаментальные вещи, которые Америка считает важными. Новый закон об уважении брака не обязывает штаты легализовывать однополые браки, но требует от них признавать брак, если он действителен в штате, где он был заключен. Еще раз перефразируя Джо Байдена, love is love. Рома? Михаил Командовский из Белого дома, благодарю. Сегодня в Страсбурге прошла церемония вручения премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Напомним, Европарламент принял решение присудить награду в этом году украинскому народу. Как прошла церемония, какие заявления звучали, узнаем у журналиста Украинской службы радио «Свобода» Ростислава Хотина. Коллега. Приветствую, Роман. Значит, премию от Украины, и что говорили? Основана в 1900... Да, получил премию «Храбрый народ Украины» в лице президента Владимира Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества. Такая формулировка. Вручая эту премию, президентка Европейского парламента Роберта Мецола сказала, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Будет плечом к плечу стоять с украинцами до победного конца. Она также процитировала самого академика Андрея Сахарова, бывшего советского диссидента, легендарную личность в свое время. Он как-то сказал такие пророческие слова. Он сказал, Сахаров, что страна, не уважающая своих собственных граждан, не будет уважать и своих соседей. Имея в виду, конечно же, как мы сейчас уже понимаем, что эта война от России и Украины расписывается в эту цитату академика Андрея Сахарова. Президент Зеленский выступал по видеосвязи из Киева. Он сказал, что Россия сейчас ведет террористическую войну против Украины, а также против целой Европы. Давайте послушаем. Владимир Зеленский. Европа Украины и свободы – это преступление. И мы видим, как сейчас совершается такое преступление в ходе террористической войны России против Украины и Европы. Кто получил от государства Украины? Это, прежде всего, как я уже сказал, Владимир Зеленский, а также Государственная служба чрезвычайных ситуаций. У нее сейчас много работы в связи с ракетными и воздушными ударами России по украинской инфраструктуре. В то время, когда люди, миллионы людей в больших городах сидят без света, тепла и воды. Так что у этой службы, ее представители здесь были в Страсбурге, тоже много сейчас работы, очень важной работы. Также получили представители гражданского общества. Это, прежде всего, Центр гражданских свобод Александр Матвейчук. Они уже известны, не только что получили, были среди номинантов и получили Нобелевскую премию мира. Она известна тем, Александр Матвейчук, что собирает ее центр данные, всю информацию о военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине. И они выступают за трибунал в будущем, чтобы расследовать эти преступления. Не только те, кто совершал эти плохие вещи в Украине во время войны, но и те, кто отдавал политические и военные приказы российским войскам совершать военные преступления. Также она выступает за то, чтобы был трибунал в
свое время, который осудит эти военные преступления. Далее, получил также, парамедик получила Юлия Паевская, Тайра, она в Мариуполе была, 3 месяца была в российском плену, потом была обменена, она давала свидетельство об уничтожении Мариуполя, как тяжело было оттуда людей вывозить. Получил также Иван Федоров, представлял украинскую, как бы, украинский народ. Иван Федоров, это мэр города Мелитополь в Запорожской области. Это город, который до войны имел население 150 тысяч человек, сейчас, конечно же, меньше. Он тоже с первых дней войны был оккупирован, этот город. И Федоров провел около 6 дней до недели в российском плену, а потом через массовые протесты мелитопольчан был выпущен на свободу. И сейчас находится на территории контролируемой Украины. Послушаем, что сказали Иван Федоров и Александра Матвійчук. Багато місяців, вже 10 місяців. Многие месяцы, уже 10 месяцев росіяни пытаются полностью закрыть и сделать информационный вакуум, вбить в голову людям на оккупированных территориях свою пропаганду. Пропаганда о том, что цивилизованный мир их покинул, о том, что Украина никогда не вернется и так далее. Наши люди сопротивляются, демонстрируют свое сопротивление ежедневно в течение 10 месяцев. И эта награда – это для них. И это еще один из месседжей от европейского сообщества, от международного сообщества, что никто их не забыл, что Украина точно вернется на эти территории, и это поддержка для наших жителей. Впервые в истории этой премии получил украинский народ. Никогда раньше народу премию не выдавали, а теперь с формулировкой «Смелым людям Украины» эта премия вручается. И это еще раз свидетельствует о том, что это не война между двумя странами, а это война между двумя системами – авторитаризмом и демократией. И это столь символическая, важная поддержка демократии и украинскому народу, который смело борется за свое демократическое будущее. Это уже вторая премия имени Андрея Сахарова для Украины. В 2018 году тогда был награжден кинорежиссер, известный кинорежиссер Олег Сенцов, но он был тогда в российской тюрьме, и он получил годом позже, когда уже был обменен и освобожден. Потом награждали уйгурского активиста, белорусская оппозиция в 2020 году получила, здесь Светлана Тихановская была. В прошлом году премию Сахарова дали Алексею Навальному, сегодня, кстати, Роберта Мецола сказала о том, что нужно освободить Алексея Навального из тюрьмы. Так что вот сейчас премия вторая уже для Украины, храброму украинскому народу, Владимиру Зеленскому, избранным лидерам и гражданскому обществу. Роман. Спасибо, Ростислав Хотин, журналист Украинской службы Радио Свобода. Сегодняшняя церемония вручения премии Европарламента имени Андрея Сахарова украинскому народу. Пока в Страсбурге награждали представителей как раз украинского народа, российские военные вновь наносили ракетные удары, а также атаковали дронами Киев. ЮНИСЕФ предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе для 7 миллионов украинских детей. Сводки 294-го дня войны в нашем дайджесте. В среду утром российские силы нанесли массированные авиа- и ракетные удары по территории Украины. На юге, в Херсоне, ракеты попали в здание администрации и центральную площадь. О жертвах и пострадавших не сообщается. Тем временем в Киеве зафиксированы две волны атаки иранских дронов «Шахид» 130 серии. Силы ПВО ВСУ уничтожили 13 дронов «Камикадзе», пытавшихся поразить цели в столице. Очередная массированная атака беспилотников на Киев. Очевидно, что российские военные чувствуют себя уверенно только при нападении на мирные города. Сегодня украинское ПВО ликвидировало террористов, сбив 13 из 13 беспилотников «Шахид» 136-131. По словам очевидцев, после поражения вражеских дронов, часть обломков упала в районе жилых домов. Сегодня по счастливой случайности никто не погиб. Однако в нескольких квартирах взрывной волной выбило окна. 3 штуки. 2 в комнате, 2 на кухне. А в комнате 4, потому что там дети спали. Слава богу, что хоть на детей не полетело ни хрена. Я скотчем позаклеивал так плотно. Нормально. Так, ладно, пошел я по мусорникам шариться, искать стекла. Ну что, 7:30 летело оттуда. Он оттуда вылетел. Шум был как от мопеда. Он упал за дома, и потом был сильный грохот, взрыв. Хлопцы, с поверненням, слава Украине! Сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Из российских тюрем на оккупированных территориях Донецка и Луганска были освобождены 64 украинца и 1 гражданин США. 35-летний Суэди Муракези,
который был задержан российскими военными в июне в Херсоне, якобы за участие в проукраинских митингах. Среди освобожденных более 20 раненых, заявили в координационном центре при администрации президента Украины. Сегодня же, после церемонии награждения офицеров и солдат ВСУ, Зеленский обратился к Европарламенту с призывом ускорить процесс принятия резолюции для начала работы трибунала по расследованию военных преступлений российских военных в Украине. Закликаю всех вас, ваши партии. Я призываю всех вас, ваши партии и государства эффективно поддержать эту работу. Трибунал должен начать работать. Европарламент уже поддержал эту идею. Необходимо как можно скорее реализовать ее, в частности, путем принятия отдельной резолюции Европарламента в поддержку создания трибунала. Тем временем детский фонд ООН бьет тревогу. Глава ЮНИСЕФ в среду заявила, в стране практически каждому украинскому ребенку, а это почти 7 миллионов детей, грозит переохлаждение, хронические болезни и, возможно, смерть. На фоне продолжающихся российских атак на критически важную энергосистему Украины люди остались без постоянного доступа к электричеству, отоплению и питьевой воде. Санжар Хамидов, в настоящее время, Америка, Вашингтон. В Брюсселе сегодня проходит первый в истории саммит лидеров стран Евросоюза и Юго-Восточной Азии. В повестке обсуждения и напряженность в отношениях с Китаем, их война в Украине. В частности, в Евросоюзе надеются, что смогут убедить азиатских партнеров, многие из которых по-прежнему сохраняют нейтралитет, осудить агрессию России. Удастся ли это? Узнаем у корреспондента «Голоса Америки» в Брюсселе Валентины Васильевой. Валя. Да, Ром, привет. Ну, действительно, такое событие здесь, в Брюсселе, проходит впервые. Сюда, в столицу европейской бюрократии, приехали лидеры 9 государств Юго-Восточной Азии. Мьянму не пригласили из-за того, что там сейчас вооруженные силы управляют государством. Также приехали все 27 глав стран Евросоюза. Такое событие проходит впервые, и оно имеет как минимум две цели. Первая символическая: отмечается в этом году 45 лет дипломатических отношений между странами Юго-Восточной Азии и Евросоюзом, а вторая практическая. Так, например, как перед началом саммита заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, нужно Евросоюзу договориться о растущей роли в мировой торговле и безопасности стран Юго-Восточной Азии, и также планировали обсуждать войну в Украине, напряженность в отношениях с Китаем. Вот цитата Борреля. Now, right now. Сейчас 1/3 всей мировой торговли морским путем проходит через Южно-Китайское море. Так что для нас очень важно, чтобы этот жизненно необходимый путь оставался свободным и безопасным. Нам также нужно обсуждать вопросы безопасности. И здесь есть две стороны. Первая – это Украина, и вторая – это Южно-Китайское море. Это значит, что мы должны обсуждать напряженность с Китаем. Ну вот что касается Украины, страны Юго-Восточной Азии пытаются балансировать между Западом и Россией, и у каждой из стран в этом смысле свой подход. Если Сингапур, например, еще в марте ввел санкции против России, то, например, Лаос, Таиланд и Вьетнам воздержались при голосовании в ООН в октябре, когда Организация Объединенных Наций осуждала аннексию России украинских территорий. Ну вот одна из задач этого саммита как раз переубедить, переломить вектор стран Юго-Восточной Азии, об этом сегодня заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, присутствовавшая на встрече. Вот ее цитата. Я надеюсь, что понимание странами Юго-Восточной Азии того, что происходит в Украине, увеличится. Я надеюсь, что они увидят, что именно Россия делает в Украине. Убивает мирных жителей, уничтожает инфраструктуру, ведет очень агрессивную войну. Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение поможет увеличить это понимание. Нам нужно, чтобы все международное сообщество... Конечно, страны Юго-Восточной Азии географически дальше от этой войны, но они понимают, что она влияет на нас всех в области продовольственной безопасности и высокой инфляции. И мы должны бороться с этим вместе. Это не последствия санкций, которые Евросоюз налагает. Это последствия агрессии, которую Россия начала в Украине.
Ну вот по итогам этого саммита лидеры стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза выпустили совместное заявление на 16 страницах. В нем, в частности, говорится об укреплении торгового и энергетического сотрудничества. Также ЕС инвестирует 10 миллиардов евро в страны Юго-Восточной Азии. Также отдельный абзац, там посвящен именно Украине. В нем говорится, что война в Украине повлияла на глобальную экономику, а также, что страны подтвердили свои позиции, изложенные в резолюции ООН от 2 марта 2022 года. Эта резолюция осуждает российскую агрессию в Украине и требует немедленного вывода российских войск с территории Украины. В заявлении также говорится, что война в Украине причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет и без того существующие проблемы мировой экономики. И также говорится, что, как и в отношении других стран, в отношении Украины действует международное право, и все страны, подписавшие это соглашение, этот документ, считают, что необходимо соблюдать политическую независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины. Сейчас уже саммит официально закончился, сейчас здесь в Брюсселе проходит неофициальная часть, ну а лидеры стран Евросоюза готовятся к завтрашнему дню, когда здесь же в Брюсселе пройдет встреча лидеров стран Евросоюза, на ней будут обсуждать помощь Украине, в частности макрофинансовую помощь, военную помощь, 9-й пакет санкций в отношении России и дальнейшее расширение Евросоюза. Так сегодня, например, Косово подало уже заявку на вступление в Евросоюз. Рома. Валя, спасибо. Валентина Васильева из Брюсселя. Путин может быть безрассудным и непредсказуемым, поэтому страны-участницы НАТО должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам. Об этом заявила Джулиана Смит, посол США в Североатлантическом альянсе, во время дискуссии в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований. Посол Смит также рассказала о лидирующей роли Соединенных Штатов в альянсе в вопросах оказания военной помощи Украине и перспективе вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В соответствии с политикой Соединенных Штатов, Россия рассматривается как источник серьезной угрозы. Поэтому мы перебросили в Европу дополнительный контингент американских войск – 20 тысяч. Мы оказали огромное давление на Москву, чтобы она прекратила войну. И мы сделали все возможное и невозможное для помощи армии Украины путем предоставления вооружения. Хотя Россия не смогла достичь своих стратегических целей на фронте, мы также признаем, что Путин не всегда соотносит свои стратегические цели и намерения с возможностями. Именно по этой причине мы должны проявлять осторожность при попытке оценивать его с рациональной точки зрения. Он продемонстрировал, что может действовать безрассудно и непредсказуемо, поэтому альянс должен быть готов к любым непредвиденным обстоятельствам. Вот почему мы соблюдаем осторожность и не спешим делать скоропалительные выводы о том, что Россия может сделать или чего не может. Именно поэтому мы укрепили восточный фланг и усилили нашу приверженность сдерживанию и обороне внутри Североатлантического альянса. У нас есть две страны, Швеция и Финляндия, с огромным потенциалом. Они обладают превосходными вооруженными силами. Их военные участвовали в маневрах и взаимодействовали с армиями союзников по НАТО. С политической точки зрения они привнесут свое уникальное понимание в самых разных сферах, от Арктики и Крайнего Севера до терроризма и войны в Украине. Соответственно, это будет совсем другая динамика, и мы все ее приветствуем. Рекордное число журналистов оказались за решеткой в 2022 году из-за профессиональной деятельности. К такому выводу пришли авторы нового доклада Комитета защиты журналистов. 363 репортера были лишены свободы по состоянию на 1 декабря в пятерке, так сказать, лидеров, в кавычках, Иран, Китай, Мьянма, Турция и Беларусь. Среди главных факторов, повлиявших на репрессивные усилия, попытки авторитарных властей сдерживать недовольство граждан в постковидном мире и экономические последствия войны России с Украиной. Согласно докладу Комитета защиты журналистов, десятки российских репортеров избежали тюремного заключения, лишь бежав из страны. Из 19 репортеров, которые на данный момент находятся в заключении в России, нескольких ждет до 10 лет лишения свободы за так называемые фейки. А вот в Беларуси, которая замыкает пятерку антилидеров по состоянию на 1 декабря, 26 журналистов лишены свободы, многие обвинения связаны с государственной изменой. Случай с Катериной Андреевой из Белсат, это радиовещание из Польши,
которая осуществлялась, это вообще вопиющий случай, потому что ее сначала приговорили вместе с ее оператором Дарьей Чульцовой к 2 годам лишения свободы, и она должна была выйти в этом году в сентябре, а потом, пока ее срок не закончился, еще придумали новые обвинения, и теперь она уже будет сидеть 8 лет, как решили белорусские власти. Да, это просто ужасный случай. Потому что плюс к тому, что это длительные тюремные сроки, еще и условия в тюрьмах в Беларуси, как нам рассказывают люди знающие, просто ужасающие, в том числе и отношение, в частности, к женщинам, которые находятся. Я хочу упомянуть еще другой случай, например, Ксения Луцкина, это журналистка, у которой опухоль мозга, ей становится все хуже и хуже. Ее видит просто обычный доктор или же фельдшер в тюрьме и дает обезболивающие анальгетики, хотя, как рассказал нам ее отец, опухоль у нее в мозге продолжает расти, и она страдает от просто страшных головных болей. Поэтому я бы хотела сказать, что ситуация ухудшилась и, скорее всего, будет ухудшаться, потому что мы видим, что Лукашенко и другие официальные лица в Беларуси даже уже не стараются найти какое-то оправдание этим репрессиям, а просто вот продолжают их в очень жестком и жестоком стиле. И в этом году вы видите, что в России 19 журналистов за решеткой. Это самая большая цифра вообще за все годы, что мы проводим, кстати, свои исследования с 92 года. В России так много журналистов в заключении еще не было, несмотря на то, что ситуация со свободой прессы была плохой и достаточно тяжелой практически во все годы правления Путина, да? И ситуация ухудшилась, в частности, главным образом из-за оккупации Украины, потому что российские власти уже практически с первых же дней начали пытаться контролировать, как подается информация и какая информация подается аудиториям в России и вне. 49 африканских лидеров, включая глав государств и правительств, сейчас прилетели в Вашингтон для участия в первом за последние 8 лет американо-африканском саммите. Он проводится на фоне стараний президента Байдена использовать личную дипломатию, чтобы укрепить международные позиции США. И администрация Белого дома также считает налаживание связи с Африкой особенно важным, поскольку Китай и Россия своими растущими влияниями, по мнению Вашингтона, дестабилизируют континент, где проживает около 1 миллиарда человек. Представители администрации США, включая вице-президента Харрис и госсекретаря Блинкена, приветствовали лидеров стран Африки и Африканского союза, съехавшихся на этой неделе в Вашингтон. В ходе заседаний Белый дом пообещал им многомиллиардную поддержку. Администрация Байдена сообщила, что планирует выделить для Африки 55 миллиардов долларов в течение 3 лет. Например, США инвестируют 4 миллиарда долларов на подготовку африканских медиков для борьбы с такими пандемиями, как COVID-19. Вице-президент Камала Харрис объявила, что Белый дом выделит еще 100 миллионов долларов на инициативы африканских молодежных лидеров, перед которыми она выступила лично. Я твердо верю, что стремление молодых африканских лидеров к созиданию и инновациям поможет нам сформировать будущее всего мира. И что их идеи, ваши идеи и инициативы принесут пользу всему миру. Администрация Байдена-Харрис намерена участвовать в этом вместе с вами, понимая, что целеустремленность молодых людей – это то, что продвинет нас вперед. В первый день трехдневного саммита министр обороны США Ллойд Остин выступил на панельной дискуссии с несколькими африканскими лидерами. Он, в частности, указал на то, что Соединенные Штаты готовы работать со странами континента по укреплению безопасности. Как сказал госсекретарь Блинкен, мы рады встретиться и обсудить наше долгосрочное и эффективное сотрудничество в области безопасности. Наша совместная работа укрепляет мир, безопасность и органы управления по всей Африке и за ее пределами. Гиле, мы особенно признательны Джибути за предоставление Соединенным Штатам военно-морской базы Кэмп Лиманьер.
Она является критически важной в противостоянии насильственному экстремизму и для поддержания безопасности морской навигации в этом регионе. Президент Базум, Республика Нигер, доказала, что она желанный и деятельный партнер в деле борьбы с экстремистскими организациями. И Соединенные Штаты гордятся тем, что оказывают поддержку вашей стране и вашим партнерам по объединенным силам Сахеля. И президент Шейх Махмуд, Министерство обороны США будет продолжать поддерживать усилия правительства Сомали по развитию ваших сил безопасности. Глава Пентагона также коснулся того, что Китай и Россия в попытке нарастить свое геополитическое и экономическое влияние начали оказывать негативный эффект на страны Африки. В частности, отметил он, Москва и Пекин не всегда прозрачны в плане того, что они делают, и это создает проблемы, которые в конечном итоге приведут к дестабилизации. Это усугубляется тем, что Россия, по словам Остина, продолжает навязывать дешевое оружие африканским государствам и размещает наемников по всему континенту. Вот почему Соединенные Штаты рассчитывают на голоса стран Африки в попытке сдержать агрессивные амбиции Кремля. При этом США не собираются никого принуждать силой. Об этом заявила в интервью «Голосу Америки» посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Русские обвинили США в запугивании других стран. Они обвинили нас в том, что мы силой принуждаем другие страны голосовать так же, как США. Соединенные Штаты никогда никого не принуждали. Вместо этого мы говорим о ценности соблюдения устава ООН, о ценности поддерживания демократии, о ценности поддерживания Украины, страны, которую атаковал более крупный сосед. И мы полагаем, что эти ценности важны для любой страны. Мы не платим странам за то, что они голосовали за осуждение России. И мы не запугиваем те страны, которые решают, что не будут так голосовать. Мы пытаемся убедить их, обращая их внимание на их ценности и на то, что верно и что неверно. Нынешний саммит США-Африка является первым с тех пор, как президент Обама пригласил лидеров континента в Вашингтон в 2014 году. Преемник Барака Обамы Дональд Трамп не скрывал, что не испытывает особого интереса к Африке. Теперь ожидается, что Джо Байден в своем выступлении на саммите заявит, что Белый дом также поддерживает идею официального включения Африканского союза в Большую двадцатку в качестве коллективного постоянного члена. Сегодня из Конгресса США пришли обнадеживающие новости о достижении республиканцами и демократами компромисса о временном продлении финансирования американского правительства до дедлайна. Он наступает в полночь пятницы. Все подробности узнаем у Александра Яневского. Саша. Рома, привет. Действительно, это хорошая новость, поскольку американским законодателям удалось достигнуть соглашения. Однако сенатор-демократ Патрик Лихи и сенатор-республиканец Ричард Шелби, а также конгрессвумен Роза Делаура не сказали, о какой сумме идет речь и не предоставили, к сожалению, никаких подробностей. Я рад подтвердить, что мы достигли двухпартийного, двухпалатного рамочного соглашения, которое позволяет нам начать трудную работу по 12 отдельным законопроектам. Если все пойдет хорошо, мы сможем завершить работу над комплексным пакетом ассигнований к 23 декабря. Теперь комитеты, палаты представителей и сената по ассигнованиям будут работать круглосуточно, чтобы обсудить детали окончательных законопроектов о расходах на 2023 год, которые могут быть поддержаны палатой представителей и сенатом и получить подпись президента Байдена. Рома, эта новость появилась буквально через несколько часов после того, как Палата представителей внесла на рассмотрение временную резолюцию о продлении финансирования американского правительства. Напомню, что оно истекает в полночь в пятницу. И, собственно говоря, принятие временной резолюции, по словам американских законодателей, а также американских экспертов, предоставит американским сенаторам и конгрессменам продолжить переговоры относительно пакета об ассигнованиях размером в $1.5 триллиона. Ожидается, что этот сборный законопроект также будет содержать средства для Украины в ее борьбе против российской агрессии. Напомню, что в прошлом месяце президент Байден запросил у американского конгресса дополнительно $37 миллиардов. И здесь также стоит отметить, что после 3 января, когда присяге будет приведен 118-й созыв Конгресса, любые переговоры относительно
бюджета, они будут немного сложными, поскольку республиканцы будут контролировать нижнюю палату Конгресса, а демократы, соответственно, верхнюю палату. Кроме этого, во вторник сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект, поддержанный законодателями от обеих партий и от обеих палат, о запрете китайской социальной сети TikTok на электронных носителях у американских пользователей. Причина – опасение, что это приложение может не только собирать персональные данные американцев, но также и распространять дезинформацию. Новый законопроект направлен на ограничение, на запрет действия, деятельности любых социальных сетей, которые дали, цитата, подконтрольны определенным иностранным соперникам Соединенных Штатов Америки или которые находятся под их, собственно говоря, влиянием. Аналогичный законопроект, он также был внесен в Палате представителей. В Палате представителей в пресс-релизе, выпущенном сенатором Марко Рубио, говорится, что далее, цитата, согласно законодательству Китайской Народной Республики, китайская материнская компания TikTok ByteDance должна предоставлять все данные приложения TikTok Коммунистической партии Китая. Все, от директора ФБР до руководителей Федеральной комиссии по связи и экспертов по кибербезопасности, считают, что TikTok может использоваться для слежки за американцами. Федеральное правительство еще не предприняло ни одного значимого действия для защиты американских пользователей от угрозы TikTok. Речь идет не о креативных видеороликах, а о приложении, которое ежедневно собирает данные о десятках миллионов американских детей и взрослых. Мы знаем, что оно используется для манипулирования новостями и влияния на выборы. Больше нельзя тратить время на бессмысленные переговоры с марионеточной компанией Коммунистической партии Китая. Пришло время навсегда запретить контролируемый Пекином TikTok. Крайне важно, чтобы мы не позволяли враждебным силам потенциально контролировать социальные сети, которые легко могут быть использованы против нас. Недавние разоблачения связей TikTok с КПК подчеркивают настоятельную необходимость защиты американцев от этих рисков, пока не стало слишком поздно. Рома, напоследок скажу, что также наблюдаются определенные трения между бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, а также руководством республиканской партии в Конгрессе. В частности, Митч МакКоннелл во вторник обвинил Трампа в проблеме так называемого качества кандидата, которое помешало республиканской партии получить подавляющее большинство мест, да и вообще взять под контроль верхнюю палату американского Конгресса. Опросы общественного мнения показывают, что популярность Дональда Трампа среди американцев снижается, и подавляющее большинство, и более половины американцев, республиканцев, считают, что их партию на выборах в 2024 году должен представлять какой-то другой кандидат. Рома? Да, как раз сегодня, кстати, вышли новые соцопросы, которые показывают, что ДеСантис потенциально обходит Дональда Трампа среди республиканцев. Ну, посмотрим, как будет вся эта история развиваться. Спасибо, Александр Яневский, о последних новостях из Конгресса. Теперь, собственно, о том, что происходит на американских биржах и как движутся индексы сегодня. Владимир Ленский из Нью-Йорка, как всегда, с прекрасным, захватывающим дух видом Манхэттена за его спиной. Спасибо за комплимент, Роман. Я понимаю, что оно относится не ко мне, а к виду, но тем не менее. Сегодня настроение на Нью-Йоркской фондовой бирже я бы назвал осторожным оптимизмом. Инвесторы и трейдеры сегодня ожидают решения Федерального резерва по отношению к процентной ставке. Это решение придет уже после нашего эфира. Мы об этом, видимо, поговорим чуть позже. Но вот на этих осторожном, на этом оптимизме Dow Jones поднялся почти на 200 пунктов, S&P 500 на 0,4%, а NASDAQ на 0,3%. Ожидается, инвесторы ожидают, что Федеральный резерв повысит процентную ставку в декабре на 0,5%, что на самом деле меньший шаг, чем Федеральный резерв делал в течение всего года. И кроме того, инвесторы надеются, что в следующем году повышение ставок замедлится еще больше. Что касается корпоративных новостей сегодня, то это такая немножко смешанная корзина. Хорошие новости поступили от компании Moderna. Ее акции выросли сегодня на 2%. Это произошло после того, как Moderna объявила о удачном испытании вакцины,
которая может предотвратить заболевание, заболевание раком кожи. И эта вакцина действует особенно хорошо в сочетании с препаратами компании Merck. То есть, как видим, компании, которые производили в Соединенных Штатах в последние годы в основном вакцину против ковида, сейчас возвращаются к расширенному научному исследованию, и Moderna в этом смысле оказалась вот снова успешной. Акции авиакомпании Delta взлетели, простите за каламбур, на 3,8%. Авиакомпания повысила свой прогноз на текущий квартал и выдвинула оптимистичный прогноз на 2023 год. Дело в том, что и эта авиакомпания, и другие авиакомпании США отмечают растущий рост интереса к покупке авиабилетов. Дельта прогнозирует рост выручки в 2023 году на 15-20%. Это по сравнению с текущим годом, который уже принесет авиакомпании $45,5 миллиардов. Компания также ожидает, что у нее будет и свободный денежный поток, который в следующем году составит $2 миллиарда, а в 2024 – $4 миллиарда. Что помогает авиакомпаниям сейчас так расти, не только Дельте, но и другим, это то, что они повысили тарифы, и потребители готовы платить эти более высокие тарифы, что помогает компаниям компенсировать расходы, увеличившиеся расходы, такие как расходы на топливо, например. Goldman Sachs сегодня снизил целевую цену акции Tesla до $235 с $305. То есть это очень серьезное понижение. Банк инвестиционный говорит, что дело в том, что спрос к акциям Tesla резко понизился. Должен сказать, что акции Tesla упали в цене на 40% только с сентября, и общая капитализация Tesla в какой-то момент опустилась ниже $500 миллиардов. Вот такие вот новости, Роман. Спасибо, Владимир Ленский из Нью-Йорка, о том, что сегодня обсуждается на Уолл-стрит и о движении американских биржевых индексов. В Вашингтоне начался демонтаж стадиона имени Роберта Фрэнсиса Кеннеди, который на протяжении десятилетий являлся одним из символов города. Это место было домом для множества бейсбольных и футбольных клубов, а также команды по американскому футболу «Вашингтон Командерс». Здесь в 1966 году выступали легендарные «Битлз», и по случаю прощания со стадионом власти столицы решили запустить даже специальную кампанию. Один из символов Вашингтона – мемориальный стадион имени Роберта Фрэнсиса Кеннеди или просто RFK-стадион – идет под снос. Содержание постройки начала 60-х годов прошлого столетия стало дорогим удовольствием для города. Потому власти решили попрощаться со стадионом. Однако это прощание решили сделать долгим и праздничным. Началось оно еще в конце октября с распродажи кресел с трибун. Здание позади меня было неотъемлемой частью Вашингтона на протяжении долгих лет, и поэтому мы решили, что будет уместно организовать прощальную кампанию со стадионом. Снос уже потихоньку начался. Пока что демонтаж происходит в основном внутри стадиона. Мы уже начали распродавать некоторые из демонтированных предметов. Например, люди могут купить кусочек истории Вашингтона в виде оранжевых пластиковых или деревянных сидений, или даже турникета. Цена сидения с трибун колеблется от $350 до $500. RFK стал одним из первых стадионов США, предназначенных для игры в американский футбол и бейсбол одновременно. Долгое время он был домом для команды NFL Washington Commanders, бывшая Washington Redskins, бейсбольных команд Washington Senators и Washington Nationals, профессионального футбольного клуба DC United и многих других команд. Здесь проводились мужские и женские матчи Кубка мира по футболу, 9 футбольных матчей первого круга Олимпийских игр 1996 года, боксерские поединки, велогонки, автогонки и марафоны. На стадионе выступали Мадонна, Роллинг Стоунс, Айра Смит, Майкл Джексон и даже Битлз. На матчи по американскому футболу сюда приходили президенты Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Ричард Никсон и Джордж Буш-младший. На прощальной церемонии с участием городских властей и представителей спортивных команд многие спортсмены не скрывали своих эмоций. Бывший защитник Вашингтон Командерс Даг Уильямс играл за команду, когда та выиграла Супербол во второй раз в 1989 году.
Я часто думаю о парнях, которые играли до меня на этом стадионе, о Чарли Тейлоре или Бобби Митчелле, первом черном парне, которому разрешили здесь играть. Так много удивительных ребят играли на этом стадионе. Все вместе мы сотворили историю. А теперь настал такой горько-сладкий момент. Горечь в том, что они сносят этот стадион. Они могли бы подсластить пилюлю, если бы построили новый стадион на этом месте. Эмоции Уильямса разделяет и действующий голкипер DC United Билл Хамид. Больно видеть, как демонтируют этот стадион. Я сделал татуировку в честь своей первой игры в качестве профессионала. И это было 5 мая 2010 года на этом поле. Это была первая игра, которую мы выиграли в том сезоне. Хотелось бы, чтобы мы могли сделать что-то со стадионом. Может быть, все-таки отремонтировать его? Впрочем, на вопрос, что именно будет на месте стадиона после сноса, мэр Вашингтона отвечает расплывчато. Более 20 миллионов туристов ежегодно приезжают в Вашингтон из-за границы. Им нравится видеть здания и памятники, посвященные известным американцам, таким как Роберт Фрэнсис Кеннеди. Потому что уверены, что следующая глава истории этого участка земли, на котором располагается стадион, также будет посвящена Роберту Кеннеди. Сейчас этот участок принадлежит федеральному правительству. Законопроект о передаче земли городу в Конгрессе будет представлен только в том случае, если мэрия договорится с городским советом по поводу планов на будущее. А они на сегодняшний день разные. Мэры и представители команд хотят построить новый стадион, а депутаты горсовета – доступное жилье. Как бы то ни было, до полного демонтажа стадиона еще целый год. Прощальная кампания с RFK будет продолжаться на протяжении всего этого времени. Максим Москальков, Артем Кохан. Настоящее время. Америка. Вашингтон. Власти Лос-Анджелеса, которые, кстати, через 4 года будут принимать чемпионат мира по футболу, а потом, глядишь, и Олимпиаду, решили присоединиться к другим крупным американским городам, где теперь запрещено использовать одноразовую тару из пенополистирола. Вернее, поправлюсь, будет запрещено. И хотя решение горсовета было традиционно встречено жалобами со стороны малого бизнеса и производителей упаковки, опыт других городов, в том числе, кстати, Вашингтона, показывает, что переход на более экологичную тару не вызывает проблем ни у компаний, ни у клиентов. Решение о запрете на продажу товаров из пенополистирола городской совет Лос-Анджелеса принял единогласно в новом году. К примеру, вот такие тарелки должны будут исчезнуть с прилавков магазинов и из ресторанов города. Чем заменить дешевую продукцию и кто будет за этим следить, в мэрии пока не решили. Обещают наказывать тех, кто не будет закон соблюдать не долларом, а лекциями о защите окружающей среды. Запрет на продажу этого материала в мэрии считают жизненно важной мерой. I'm here to tell you that first of all, не весь пластик может быть переработан. Что же касается пенополистирола, он и вовсе никогда не будет переработан. Активистка Лиза Харт вот уже много лет продвигает в городском совете законы о защите природы. Именно она была одним из инициаторов запрета на использование посуды из пенополистирола. Этот продукт, говорит она, разлагаться может сотни лет. Пластик is not biodegradable. Пенополистирол – это тоже пластик, созданный из продуктов нефтепереработки. И все эти продукты влияют на изменение климата. Опасно продолжать их производить, но еще опаснее, что этот продукт состоит из крошечных частиц, которые никуда не уйдут. Они оседают в воздухе, океане, в еде и в нашем теле. Посмотрите, сколько тут маленьких кусочков пенопластирола, пластика, бумаги. Лайла – волонтер. Раз в месяц она приходит чистить пляж в Санта-Монике от пластиковых отходов, которые оставляют на берегу люди. Я хочу помочь нашей природе. Для меня собирать такие маленькие кусочки мусора – это медитация своего рода. Так я чувствую себя лучше, помогая обществу. Но этого недостаточно, говорит Лиза Харт. Чисто, считает она, не там, где убирают, а там, где одноразовое превращают в многоразовое. В моей сумке всегда есть вилка и ложка, которые я использую многократно, не единожды. Есть пластиковые пакеты, которые я также использую не один раз. Нужно менять свое мышление. Конечно, было бы проще от одного продукта перейти на другой, но, к сожалению, это не работает. Нужно пользоваться вещами повторно, не одноразово. Весной 2023 года крупные рестораны и магазины Лос-Анджелеса должны будут отказаться от использования посуды из пенополистирола. Для маленьких заведений, где работает не больше 26 человек, закон вступит в силу с апреля 2024 года. Этот законопроект затронет большие рестораны раньше, чем маленькие. Город выделяет гранты для маленьких ресторанов, чтобы они смогли справиться с этим запретом на пенополистирол. Мы сейчас проводим своего рода эксперимент, чтобы определить, сколько все это будет стоить и ресторанам, и потребителям. Мы не хотим штрафовать бизнес, особенно малый.
В мэрии обещают проводить разъяснительные беседы. Правда, кто этим будет заниматься, пока не решили. Есть и исключения. В законе товарами из пенополистирола разрешено будет и дальше пользоваться больницам, а также в случае объявления в штате чрезвычайного положения. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Калифорния. Лос-Анджелес. И напоследок о самом ожидаемом миллиардами людей событии сегодняшнего дня. На чемпионате мира по футболу в Катаре сегодня определится второй финалист. Первым накануне стала сборная Аргентины, которая победила со счетом 3-0 Хорватию. Сегодня же за выход в финал сразятся сборные Франции, Мбаппе, а также Марокко. Последний считается главной сенсацией турнира и первой в истории командой из Африки, вышедшей в финал главного мирового футбольного турнира. Об ожиданиях от этого матча узнаем у моего коллеги Рафаэля Саакова. Рафаэль, приветствую. Кого там у тебя больше, французов или марокканцев? Рома, приветствую. На самом деле, примерно поровну, судя по всему, и судя по расцветке, которой пришли люди на этот матч, просмотр сюда, в неофициальную штаб-квартиру чемпионата мира. Конечно, атласские львы, как называют футбольную сборную Марокко, покорили сердца миллионов людей по всему миру, в том числе и здесь, в США. И даже на таком чемпионате мира, на котором очень много сенсаций было, там Саудовская Аравия победила вначале Аргентину, напомню, Япония победила Испанию и Германию. Даже вот на фоне вот всех этих таких успехов сборная Марокко выделилась, конечно, и она стала первой африканской сборной, которая когда-либо проходила на чемпионатах мира до полуфинала, как минимум, то есть попадала в четверку лучших. Ранее лучшим достижением были четвертьфиналы африканских сборных. Ну и с таким успехом сборную Марокко, конечно, поздравили не только спортсмены или спортивные люди, но и политики, дипломаты, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Твиттере, что Африка творит историю. Напомню, что вслед за Бельгией и Испания, сборная Марокко победила Португалию с самим Криштиану Роналду, который, правда, провел большую часть матча на лавке, но это уже совсем другая история, как принято говорить. Впереди, конечно, главное испытание для марокканцев – это сборная Франции, действующие чемпионы мира. И, конечно, особый подтекст этому матчу придает историческое наследие. Марокко, напомню, страна находилась под французским протекторатом в начале 20 века, простите, до 1956-го, когда Марокко, страна получила независимость. В самой Франции сейчас проживают также очень много марокканцев этнических, больше миллиона, и это самая большая диаспора марокканцев в мире. Так что вот очень много интересных таких хитросплетений, переплетений, можно сказать. Кроме того, аналитики обращают внимание на то, что 14 из 26 футболистов в заявке сборной Марокко на турнир являются уроженцами других стран, в основном европейских, но в частности и во Франции. А главная звезда этой сборной, защитник Ашраф Хакими, родившийся в Мадриде, играет за парижский клуб Пари Сен-Жермен с самим Лео Месси и, конечно же, с Килианом Мбаппе, который как раз сегодня играть будет главную скрипку в составе французской сборной. Ну и давайте посмотрим, что говорили перед матчем тренер сборной Марокко Валид Реграуи и вратарь Боно, который покорил, также стал такой одним из открытий этого чемпионата мира. Если ты добираешься до полуфинала чемпионата мира и не испытываешь чувства голода, у тебя проблемы. Не каждому посчастливится сыграть на такой стадии турнира. Лучшая сборная на этом чемпионате, Бразилия, уже вылетела. У нас очень амбициозная и голодная до побед команда. Не знаю, будет ли это достаточно. Возможно. Мы уверены в себе и настроены переписать историю футбола. Мы хотим, чтобы Африка была на вершине мира. Ущипните меня, кажется, это сон. Это замечательное мгновение, но, как уже говорил наш тренер, мы здесь, чтобы поменять менталитет. Нам надо избавиться от чувства неполноценности. Марокканский футболист может играть против любого другого футболиста в мире. И накануне полуфинала, думаю, важнее всего то, что мы, несомненно, поменяли этот менталитет. И поколение, которое придет после нас, будет теперь знать, что марокканские футболисты способны творить чудеса. Ну вот, команды уже на поле, играет гимн Марокко, но тем временем добавлю, что Франция может стать первой сборной, защитившей чемпионский титул за последние 60 лет, когда в 62-м году сборная Бразилии смогла выиграть второй подряд чемпионат мира с Пеле в команде. При этом сборная Франции играет на турнире, напомню, без лучшего своего бомбардира и нападающего Карима Бензема, который получил травму накануне первенства планеты, а до этого был признан лучшим игроком мира, получил золотой мяч. Но, тем не менее, оптимистично настроены и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, и, конечно же, капитан команды Уго Льорис, вратарь. Давайте послушаем, что они говорили перед матчем.
У них большая поддержка, что хорошо для них. И могу сказать, что на стадионе будет очень шумно. Я слышал и сам, и от наблюдателей, так что мои игроки предупреждены. Это часть подготовки, не то забьешь ты голы или нет, а сама обстановка. У них была такая поддержка до сих пор, и полуфинал не станет исключением. Так что мои футболисты знают, что их ждет. На таком уровне нельзя говорить только о везении. Если команда смогла победить Бельгию, стать лучшей в своей группе, а затем выбить из турнира Испанию и Португалию, это означает наличие качественной игры и, конечно, командного духа и сплоченности за пределами футбольного поля. Это опасный соперник. С учетом враждебной обстановки, которая ожидается на стадионе, мы готовимся ко всему, спокойно анализируя игру соперника, и должны прибавить во всех аспектах предстоящего матча. Ну а в финале, Рома, сборную победителя этого полуфинала уже ждет действительно сборная Аргентины с Лионелем Месси. Так что борьба за трофей выходит на финишную прямую. Спасибо, Рафаэль Саагов, о предстоящем втором полуфинале. Спасибо, что провели этот час с нами. Сразу после нас в эфире итоговые вечерние программы. Не переключайтесь.